Всем привет! Сегодня покажу вам распаковку. И это как бы анонс к обзору TV-бокса приставки телевизионной на Android 9 на одном из свежих чипсетов на данный момент. Это Logic S905X2. В этой приставке присутствует уже видеоускоритель, о котором поговорим в обзоре, который позволит играть в игры и ставить эмуляторы даже второй PlayStation, я так думаю. Потому что на первый PlayStation я играл даже на одноядерном РК, ой, на двухъядерном РК, точнее, Rockstar. Так, SmartBox. Почему вскрываю? Привычка вскрывать и онпакинг распаковки делать, чтобы в случае чего можно было доказать китайцу, что он прислал что-то не то, или разбитое, или поврежденное. Коробочка такая солидная. Ну-ка, что здесь написано? Quad-Core. Четырехъядерный видеоускоритель Malik G31. 4-гиговая, 32 встроенный. Wi-Fi здесь 2.4. К сожалению, не 5 гигагерц. Характеристик других здесь не указано. Из дополнительных характеристик тут, пожалуй, из интересного только что 9 Android. А что, начнем сразу обзор? Что там мелочиться? Оптический выход AV. Это выход аналоговый для старых телевизоров. Очень круто, что он есть. Сеть 100 мегабитная, по-моему, посмотрим, может быть, гигабитная. HDMI версии 2.1, который поддерживает 4K в полный рост, 60 Гц. Питание. Здесь небольшой индикатор. И окошко инфракрасного порта. Здесь карта памяти, USB 3.0, USB 2.0. Ну и все. Модель приставки называется F2. Блок питания 2 ампера на 5 вольт. Такое. Пульт с программируемыми 4 кнопками, который может управлять телевизором. Здесь инструкция, как запрограммировать эти кнопки. Батареек в комплекте наверняка нет, но вдруг китайца сделал подарок и поставил. Нет? Нет батареек. Ничего. Так, зато есть HDMI. Посредственный. Непозолоченные разъемы, тоненькие. Но хотя бы такой Android TV Box, никакого бренда здесь не указано. Зато какой мощной толщины книжка и все. Что? Мне показалось, я видел русский язык. English, Deutsch, French, Italian. Что за язык Italian? Испаньол, French, Deutsch, English. Короче, русского нет, но есть какой-то Italian. Прикольно. Ну, такая симпатичная коробочка. Вот название OTT TV Box. Модель A95XF2. Unlogic Cortex. 4-гиговый. Так. В принципе, наверное, и все.